Что? Здравствуйте, уважаемые друзья, подписчики, гости и неравнодушные к моему творчеству. Моих стихов и песен, моего канала. Вы как уже поняли, опять, друзья, новые песни, как всегда. Итак, поехали. Петь наложись, моя мечта, словно заяц по лесам, бежал без устали, даже за грядки. Не было уготовлена судьба не по моим годам, перевернулась моя жизнь изнанку. Бежал и где-то спотыкался, разбивал коленки в кровь, мое здоровье чуть болезнь не подкосило. Судьба квиталась с кем-то очень за измену и любовь. Любовь, как видно, что измену не просила. Но это не потеря в жизни, то, что кого-то разлюбил, то, что с тобой было, другого полюбила. И как бы не было обидно, ее решительно забыл, но бумеранг к ней прилетел с огромной силой. Но это не потеря в жизни, что кто кого-то разлюбил, та, что с тобой была, другого полюбила. И как бы не было обидно, ее решительно забыл, но бумеранг не прилетел с огромной силой. И не щадила меня жизнь, что оборванцем я ходил, что с той детских лет я попрошайничал, скитался. Горько поспела я полынь, в казенном доме даже был, и с неудобными порою даже дрался. Судьба всех беспризорников сводила к полной нищете, кто помирал от тифа, кто от лихорадки. Все, что изложило в этой песне, это боль в моей душе. Казенный дом, но не было никаким не сладким. Кто не был без призорника, в казенном доме не пребывал, и холод голод не испытывал на прочность. Все потому, что жизнь суровая, кто это испытал? А если кто не верит, мне поверьте точно. Да не был без призорника, в казенном доме не бывал, и холод голода не испытывал на прочность. Все потому, что жизнь суровая, кто это испытал? А если кто не верит, не поверьте точно. Все потому, что жизнь суровая, кто это испытал, а если кто не верит, не поверит точно.